что тут такое? Однажды я пошел на свидание с девушкой. Когда мы ели, она сказала мне: «Ты знаешь, иногда ты ведешь себя прям как птица». Я просто сидел, смотрел ей так в глаза, да, и сказал: «Курлы, курлы». Потом я выбежал из ресторана, напудюрил ей на лобовое стекло и улетел. С этого момента, сука, теперь подумай дважды, прежде чем связываться с птицей. Когда приехать, шеф? Поспускай.